Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это возвращение в Sid Meier's Civilization 5. Я решил провести интересный эксперимент. Сейчас идет FFA сериал по шестой циве за Финикию, и сразу же я параллельно запущу FFA сериал в пятой циве за Карфаген. И там лидеры Дидона. То есть Финикия, Карфаген, в принципе, одна цивилизация. И интересно посмотреть разницу в игровом процессе в пятой и шестой циве одновременно. То есть каждый день будут выходить серии и в пятой, и в шестой циве. Не уверен, какое утром, какое вечером, но я их разделю. Ну и уже традиционно стало, что спонсоры видят все серии этого сериала сразу. Если вы спонсор канала, то зайдите в вкладку «Сообщество», и там увидите все серии сразу. Думаю, сейчас самое время поблагодарить новых спонсоров: Дмитрия Хорцева, Игоря Андрианова, Кирилла Крючкова, Евгения Тарасова, Алексея Андреева, Александра Карпинского, Дмитрия Шелухова, Евгения Волкова, Алексея Воронина, человеком под ником Stranger in Game Flask и Офелию Козуб, которая, кстати, была, по-моему, одним из первых спонсоров, а сейчас почему-то заново оформила. Ну и спасибо всем другим спонсорам. Благодаря вам, вот, хочется заморочиться и выложить все серии сразу. Приятного всем просмотра. Напоминаю, что в комментариях категорически не приветствуются оскорбления участников партии и бессодержательные спойлеры. Ну и имейте в виду, что я в пятую циву не играл уже фиг знает сколько. Ну что, давайте вспоминать, как играть в пятерку вообще. Хорошее ли это место ставить город? Мне что-то хочется вот на этот холм поставить. Это, кстати, озеро. Главное забыть эту вот привязку к рекам из шестерки. То есть здесь река, ну, постольку поскольку. Никто не хочет селиться, да? Да, что-то места какие-то. Понятно, если ты Карфаген, то, конечно, надо что? На побережье, ну, бесплатный. Надо поставить город в лугах. Я помню, чем это закончилось. А мне, видимо, так и придется делать. Ну да, все-таки тут поставлю. Тут поставлю здесь... сюда. Вниз пойду смотреть. Все пошли гулять своими городами. Надо еще посмотреть, кто... Значит, не отличайся от коллектива. Я считаю, что из тех наций, которые тут выпали, у меня самая такая не очень. Ну, по моему мнению. То есть у всех остальных бонусы работают все в течение игры. А у меня что, через горы бегать? Ну, что-то не видно, чтобы тут горы были. То есть этот бесплатный, только если бесплатный этот. Ну и на побережье. На флагах, значит, опять, наверное. Так. Пока никто на побережье не поставил. О, 29. Сразу 29. Это что это такое? Это не шашон. Блин, с чего там начинать, я уже забыл. Со скаута, наверное. Ого, Вовки, 29 очков. Я сразу уже... Ой, еще не выбрал исследование. Я сразу хотел на 2 сделать... Ну, фокус на 2 ресурса, как в шестерке. Так. Знаете что, я, наверное, вот сюда схожу. Мне кажется, здесь где-то город. Ну, то есть вот тут полуостров, чтобы так отъедать 2 города можно было. О, руинка. Надо будет зайти забрать. Было бы неплохо на деньги, я бы тут купил клеточку. Что взял? О, деньги. Так. Тогда мы покупаем вот эту клетку. То есть это и на еду, и на производство сразу. Скаут. Знаете, наверное, 2 даже скаута. В следующем тоже построим.
Я помню, что в пятерке это все-таки очень важно. Быстро все исследовать. Кто тут рядом может быть? Так. Сюда, потому что тут так холмы. О, пантеончик первый. Этим сюда сбегаем. Ух ты, чудо. Ага, тут еще даже интересные места какие-то. Это я хорошо, что сюда... Я думал, тут тоже какой-то такой, знаете, хотя понятно, что тут озеро. Еще руинка. О, тут интересно тоже город поставить. Так, что у нас по демографии? Здравствуй. 4. 4 еды, 6. Вот только если денег больше. Так, давайте на холмик прыгнем. Ух ты, еще и здесь у нас руинки. Так, с руинками я тут неплохо уже понаходил, в принципе. Что дали? А, территорию вокруг. Ну и так себе. Город вырос. Может еще какую клетку купить? Ну тут, в принципе... Я бы, конечно, вот этих оленей... Ну, невозможно. А ты довел-то сюда, швед? Нет. Блин, у меня на еду стоит. Потерял немножко производства. Забыл про эту фигню. Снизу, так, давайте посмотрим, что тут вокруг. Какие-то голландские места, тут 6 болот. А ты где город далеко? Ну тут непонятно, что за игра, где город стоит. О, ДГшечка. О, население, здорово, это очень круто. Это очень круто. Здорово, Корея. Привет. Чё, как сам? Да, нормально. Как собаки? Это сейчас было вкусный. Так, ну что? Вавилонянец, ты будешь? Давайте воркера сначала. Я вот поселился бы третьим радиусом, апельсин бы взял. Но я межгор бы встал. Ну это просто четвертая клетка от моей столицы. О, лошади. Вот что надо купить. Мы бы с тобой разошлись, я думаю, да. Аж двое лошадей, здорово. Тебя устроит мое предложение? Так. Я пока давай еще покопать бегаю. Здесь. Может и этих купить? Нет, какой пока так. Это третий радиус. Но я город поставлю вот ниже банана. А, и так, грех и так, на море, как я понимаю. А, так, 6. На море, по-моему, только Леша. Давайте так. ГГшку первый нашел. Ну, судя по очкам, это так. Не, просто я кого-то одного еще не доглядел вначале. Ну, мне искать. Кореец где-то далеко тут, я так понимаю. Если он близко, то только где-то здесь может быть. Поэтому я сюда иду. Попробовать его найти. Ну, варвары. И тут горы. Ну, вот тут у горы бы поставить. Тут, в принципе, ничего такое место. Что с ресурсами? Шелк, жемчуг, жемчуг. А каких-нибудь оригинальных ресурсов не завезли? Такое же, вообще не хотел, ну вот еще... Я не селился, грубо говоря. Слоны. Стратегическое место для войны. Вопрос только, здесь кто-то будет или все-таки конец? И эту ГГшку первым нашел. Так, сматываемся. О, Карфаген. Вовчик, чё, как дела? Да. А где встретились? Ну, дубовом твой. Ну вот я не вижу твой юнит. А то, что в низинке, наверное. На горе.
плюс на гору поднимешься, увидишь. То есть вы с корейцем соседи, что ли, да? Вот у меня. Ух ты. Я сосед с... С Вавилоном он сосед. Корейцы, у тебя какие-то тут места, конечно, вообще очень лесные, как будто ирокез. Где все? Я понять не могу. Я согласен, мне местные вообще не нравятся особо. Так, что дальше? Ну, давайте, наверное, Поттери. Вот если честно, я сейчас опять что же... насчет рыбацких лодок? Швеция, да не, хреново. Вдруг меня одни ГГшки. Мне опять будет негде сидеть. А вот и Вавилон. А вот и Вавилон. Приветик. А ты далек отсюда? Нет. Так, ну по идее кто тут еще. Тут кто-то еще должен так, быть, я так думаю. С тобой можно договориться, что ты не селился там на этом проходе. А у меня альтернатив особых нет. Ну мне, видимо, сюда надо будет города вести, конечно. Куда-то вот сюда, наверное, город ставить. Ну, блин, с варварами сначала надо будет разобраться. Не, ну понимаешь, тут четвертый так, радиус столицы. Давайте тут, в эту сторону акадские, пойду. Акадские лучники будут против. Я думаю, что кто-то тут еще должен быть. Ну, гораздо лучше, если там никто бы не селился. Варварские лагеря. Да-да, уходим. Ну, давайте посевы уже строить. Естественно, ребята, в традицию пойду, просто потому что хрен знает, когда я играл последний раз. А традиция это изи. Это просто не особо надо что-то думать. Так, что-то Вовку плохо слышно. А вот смотри, я нашел тебе место тут слева. Слава. Вот. Да где? Кого нашел? Из-за так, лечимся. Нет, я говорю, вот слева от Швеции тут две пшонки, это пустынька приятная, озерцо, мрамор. Может, ты сюда поселишься? Нет, а я, кстати, я там еще не бегал, но один же фиг. Там место очень сильно. А, ко мне можешь не ходить, там тупик. А ты где вообще? Я посольство потом примем. Ну вот, видишь, где разведчик? Нет, вижу. Надо железо. Около Антананариву. Блин, я постоянно думаю, а. Что надо, чтобы ускорить я, открытие технологий. Ой, дуболом. Вот это не вот очень удачно. У тебя прокачано мажор, что ли? Мажор? Чуть. И Кызил первый. Это много, это не хотя бы. Нет, не видел. Сверх только я. Меня, скажем так, меня смущает не то, что, как сказать, меня смущает то, что там гористое место в два прохода, ты там ставишь город, культура от плантации забрали, поля. Ну, мы можем с тобой договориться как-нибудь. Договориться-то можно. Еду никого, от, от лагерей. А, и как раз все взяли те, кого я не встретил. А к тебе этот туда вниз? Да, там только проход вот этот между горами. А эти откуда варвары? Ты направо ходил? Да, там тупик. В смысле? Не понял. У меня только Карфаген ворваться может. Ты его нашел? Нет. Господа, а кто Ифи встретил? Я встретил Ифи. Или кто? Да, это товарищ Сем. И далек ты от него? Слева налево наверх, где-то 7. А Сиама и Эфиопию кто-то встретил уже, да? Вавилон, да. Вот, я на данный момент понял, где живет Сиам. Если говорить про... Вот, Эфиопа встретил. Да я тебя встретил. Блин, неужели вот это все пустое место? Нет, я.
У меня там «Селись не хочу» называется. Так, а я даже пожалуй, живешь. Возьму выживание. Я живу правее. Здесь возьму пересеченную местность. У меня близко. Один сюда. Достроили, получили счастье. Так, шелк нужен. А, значит, надо в календарь все-таки идти. Ну, я открою лучников. Давайте после... А ты, Лёшка, в какую сторону населиться планируешь? Знаешь, я ж Карфаген, я по побережью. А вот ты под Баринжер будешь ставить куда-то? А, подожди, я хотел в очередь поставить. Под Баринжер нет, наверное. Ну, тут вообще грустное какое-то место под Баринжер. Ты разве хочешь город ставить, да? Нет, это я на буферной зоне бы, наоборот, нашей оставил. Что ты скажешь на этом? Да, пожалуйста. Так. Ты бы сейчас со мной буферную зону оставил? Давайте подумаем. Я могу пойти вырубать шелк, чтобы я оставил, либо конечно, пойти но... обрабатывать лошадей. Наверное, шелк стоит вырубить, там построить заодно. Я никакой агрессии не хочу. Там болота, тем более, такие, их еще потом сушить. Я бы говорю, просто договорить его с тобой. Ты бы слева так поселился там. Лечится. Под мрамор. Меня не смущает, то, что ты поставишь город. Я не против. Меня смущают. Не то, что мне больше не города ставить. Меня смущает то, что там рядом просто открытые поля до моей столицы. Ни гор, ни холмов, там ничего. Просто... А меня смущает, что у Швеции 4 выгона и 2 соли. Это меня тоже немного смущает. Но, блин, на самом деле, я говорю, мне какой резон через горы к тебе лезть? Два хода, так, так, так. Все, тут оставляю. Не через горы подошел спокойно, нападу. Встал на поля, побежал, забрал. Ну, надо думать, тут, конечно... Столица, вот такая холодная столица, все. Намного важнее, чем в шестерке правильно город поставить. Вавилоняне. Вот здесь мне нравится место, например, здесь у овец, да? Может быть, леса бы в ту сторону. Ну, здесь тогда где город? Вот, вот здесь говно просто будет, а не город. Может, пока поставить здесь вот на овец и в два города поиграть? В принципе. А потом расследовать, может здесь такой полуостров, где-то тут еще можно будет офигенный город поставить. Ну так хорошо расселиться. То есть тут можно жадно селиться, в отличие от шестерки. Поэтому я и размышляю. У меня 3 лошади. Вот жалко, на выгоды, по-моему, уже забрали пантеон. А, на плантации забрали. Ага, значит, как вариант, на выгоды можно брать пантеон. Вот здесь еще, потом ставить... Надо бы, конечно, святилище построить. Несомненно. Так, дальше идем в традицию. Хачапури, а ты далеко за Ифи живешь? Я бы в два города поиграл. Ну, там вора. Так, надо тут встать, близко, чтобы варвары мне не мешались. А что ты хочешь? Так, не сваливаем отсюда. И надо вот важно вот тут пройти. Нет, еще я не буду забирать. Но я был бы против, если бы ты это захотел сделать. Нет. Так, плантацию я еще не открыл. Давайте, наверное, один ход, да? А если так, один ход. Хорошо, так оставляем. А дальше за ним? Ну, то есть ты сразу? И дальше, наверное... Я где-то внизу. Нет, наверное, я не буду поселенца строить дальше. Угу. Озеро Виктория, интересно. Два хода. Ладно, надо лошадей обрабатывать. Давайте, может, еще одного лучника.
Ты там со шведом или бодаешься? Или одним? Ни с кем не бодаюсь. Ну, я слышу. Мне нужен пансион на выгоны. У Элона уже академия стоит красивая. Так, я вернусь сюда. Надо это место сносим держать. Чур мой город, тот, который на горах будет. Вообще, с другой стороны, смысл мне сейчас на рост ставить? Фил, ты ж не будешь глупостями заниматься с рабочими? Занимайся глупостями. Я помню вчера, какая это была. Из-за лагеря. Шали с рабочими. О, слушайте, а вчерашний вот хачапури было вчера? Это еще из местных? Да, все. Все из местных. А, все четверо вчера? Кроме Лёши и Шану. Не, ну вчера же на четверг игра была, все здесь. А кто вчера Рим выносил? Хачапури. А, ну, значит, правильно боюсь. Твой сосед, да. Нет. Я с пучки мирного павелонян. Я ацтеком был вчера. Оставлю. Этим, это же, ну, так, тут очевидно. Стоим в защите. Развивается. Так, здесь боюсь. Ладно, вернусь, обработаю шелк лучше. Шведскую армию. Не буду подходить. Если я сюда встану, то они могут проатаковать моего лучника. Я лучше следующим ходом подойду и буду обстреливать лагерь. 4 хода плантация. Да, ну значит мне надо в караваны выходить в первую очередь. И пускать эти морские караваны между этими двумя городами отъедать. Ну, для третьего города как вариант здесь. Опять же, но проблема в том, что... Нету еще одного, то есть вот у меня шелк и драгоценности, это все, два ресурса, я не вижу еще, чтобы где-то я мог поставить город, и еще один ресурс был. Ну да, вот тут есть слоны, но я не хочу... А если мы как-то на море, или на море? Ну, это я говорю, у меня она не самая точная, но, по-моему, только Леша на море. Леша, ты на море? Скажи честно. Нет. Он-то точно на море. Я не на море. Опа. Это интересно. Блин, так непривычно в пятерке, что можно... Ну, я на море, если... Слушай, Швеция, аж ты не знаешь, что правее этих город? Там есть что вообще? А никто этот лагерь не хочет? Что там города-государства вообще хотят? Вот а где мне нашел? На их территории. Границу? Вайлон спрашивает. Я как у нас вообще развитие? Ну, я на последнем месте. Практически по всему. Здорово. Так, что меня спросили, я не прослушал. А вот и от выгонов взяли культурку. Жаль. Ну, что-то другое надо будет брать. Все пантеоны берут и берут, никак не могу о, взять. О, захватили. Так, ну надо этого рабочего перехватывать. Зашибись. Это очень в тему. И он куда-то сейчас сюда как раз пойдет, скорее всего, сюда, наверное. Ну где-то я его тут должен перехватить, он, видите, полностью раненый. Здорово. Нужен ли мне этот лучник сейчас так сильно? Наверное, мне больше нужен амбар для того, чтобы караваны строить. Ну, смотрим, куда побежит сейчас этот. Прям ко мне. Отлично. Конечно, я возвращать не буду. Потому что мне нужен тут рабочий для того, чтобы обрабатывать клетки. Но это прям везука-базука реально. Так, здесь мы вот так сделаем, здесь мы вот так сделаем. Да, обработали шелк. Теперь надо вот эти клетки обрабатывать в рост. Товарищ Филипп, вы скоро изучите письменность? Мне бы посольство принять, посмотреть просто где. Так,
Так, я тебе пойдем, так, наверное, исследовать. О, еще и лучник тут. Ну, ставлю, кто просто не понимает, ставлю на овец и потеряю ресурс, но зато у горы. То есть здесь в будущем обсерватория может быть. Это неизбежно. Единственный минус, конечно, такой серьезный, не около реки, что я не смогу эти сады ставить и, то есть, на великих людей там делать все и вся. Ну, то есть великие люди медленнее будут появляться. Блин, надо было лучникам отступить. Я забываю, что здесь они могут через реку спокойно проатаковать двумя этими дуболомами. Ага, еды как раз нету в этом городе изначально. О, еще выбежка. Еще рабочий. Я уже изучил, можем с тобой принять. И ГГшку я первый нашел. А я еще нет, я через ходе. Все за Карфаген вырос. Два хода амбар. Ладно, пускай два хода амбар будет. Ну я вот с озера Виктория посмотрел, уже амбар строим. Подойти, типа дальше смысла что-то идти не вижу. Там так, пошли. Безопасная зона. Я там посмотрел, у него там богато. Богато. Кого? Еще, блин, надо было апнуть. Колбака-то. Еще, конечно, вон этого рабочего можно стырить, сбегать быстренько лучником. Да, если тебе принято. Разом нас богато, мы не по дуладу. Нет, никто не знает такой песни. Нет. Я не знаю, как писать. Какие песни. В смысле? Письменность не изучил. Письменность не изучил. Сложные приколы. Да, да, да. Надо подумать. Так, ну тут после амбара сразу, видите, открываем караван, и я тут сразу начинаю из Карфагена в Утику караваны пускать. Так, давайте попробуем сбегаем за институт. Сейчас появится, знаете что, я не буду пока убивать этого дуболома, просто если я протакую, то появится еще один юнит. Ты хочешь прям на меня город поставить на Швеции? Не, вот здесь вот его воткну и будет очень больно и неприятно. Какие-то интересные. Какой бы тут был кампус в шестерке, да, вот здесь. Вырубить овец, кампус поставить, и вообще будет зашибись. А ты куда хочешь? Давайте железо найдем. Нет, где он стоит? Где посев стоит? А он у тебя ниже скаута стоит, правильно? Ну да. Ты решил в трех клетках от меня поставить город на болото. Ой, Фиоп. Так, я только сям не нашел. Давай, сям, находись. Где тебе найтись? Ифи знаешь? Нет. А то на Нариву. Ты туда тоже поставил? Нет. Ни тебе, ни мне. Антверпен, Флоренция, что-нибудь такое. Не-не-не, ну, у нас таких не принято. Мы не такие. Ну, просто вот этот город выглядит как так, что ты воевать хочешь. Этот город выглядит так, чтобы к моей столице я бы хоть как-то нельзя было подойти. У меня сплошные луга, веселая поверхность. Беги, забирай, не хочу. Ну, по твоей логике, если кто-то так же берется. Просто зачем? Город 14 ходов производства. Ну да, так пускай оставим. Тут даже некуда переключить, чтобы быстрее караван этот построить. Так же по логике моей. Звучит логично. Блин, еще и Катманду. Сразу столица, а так хотя бы упадет. О, город, я сейчас пантеон, походу, приму, нет? Да, забирай следующим ходом пантеон. Я заберу там другие апельсинки слева.
Не, ну это окей. Как бы ты мирно, я мирно, но мне хоть что-то для защиты своего города, для спокойствия сделать надо было. Уже союзник Флоренции вывело. Здорово. Блин, я не хочу, да, под варваров становиться. О, тут Катманду обстреливает варварский тот лагерь. Можно попробовать будет зато. Так, так, вот, зачем ты мне вводить это? Только с моей стороны хочешь посольство. Нет, ну, я вот нет. Смотрю, то у меня нет. Все нормально. Продукция от лодок нет, тоже нет. Ну и хорошо, но... Вот все два пансиона, которые мне были бы хороши, забрали. Ну давайте Гемсон Перлс возьмем, ладно, вот эту. У меня есть немного жемчуга, правда, нету, но... ГГшка на 30-м ходу имеет, он на 33-м, двух рабочих, или трех, подожди, что? А, не все, все. Привет, клиент. Он будет ресурсы на обмен, винишко меняем. Привет, Вавилон. Ой, я дурачок. Ой-ой-ой. Да, да, ты такой. Я объявил войну ГГшке, меня заблочили передвижение, я не смог забрать рабочих. То есть ты в зоне контроля решил объявить? Да, 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 да. Я... Молодец. Давай. Я 100 раз так делал. Он сейчас прячет своих рабочих, да? Очевидно. Сейчас посмотрим. Или вообще убьют моего разведчика, вот это вообще круто будет. Да, можно будет попробовать забрать, давайте. Сбегаем. Интересно, чей рабочий, Брюсселя или Катманду? Не убили разведчика. Эфиоп, будь другом, обстреляй вон там этот лучника сверху. Да, сейчас. Который около дуболомов? Да. Спасибо. У меня эти разведчики, как Робин Гуд, бегают по карте. Так. О, пойдемте железо. Не хочу лошадей, потому что этот может прыгнуть и забрать. Ее. Интересно, чей? Брюсселя. Блин, культура, но нет, я лучше возьму. Чем больше рабочих, тем быстрее экономика развивается, вы же сами понимаете. Ага, тут ничего интересного, надо сюда сбегать. Да, интересные тут места, конечно, получаются. Ну, давайте библиотечку откроем. Ну, видимо, тогда надо сначала драгоценности обрабатывать. А, вон еще варвары появились. Все, с этими разобрались. Это второй, да, твой город, наверное, Корея? Бусан, да. Я название не вижу, я вон скаутом вокруг него слечу. Да, второй. Блин, ну вообще вот есть медь. Кто взял для Кореи? А это кто спрашивает? Блин, ну... Вообще странные места. Она меня справа от Швеции. А, там типа через Акад? Ну, около Акада проходить надо. Ну, через Акад там пройти не получится, но это справа, где вот... Три ГГшки, Флоренция, Панама, Антверпен, вот ниже. Еда, еда, производство. Говорится. Сегодня можно без лагерей обойтись. Вот тут опасно, тут могут появляться галеры из-за этого лагеря, блин. Вот что мне не нравится. Поэтому, возможно, имеет смысл потратить деньги, например, и купить безработ. Его. Не, а что с рабочим? Дорого будет стоить. Я не взял. А, в этом смысле. Ну,
О, где Пусан встал. Нормальненько, нормальненько. Так, давайте, может, тут территорию как-то засвечивать. Да и тут могут сейчас варвары. Вот лучше, наверное, даже сюда пойти, чтобы там варвары не появлялись. Два железа всего, зашибись. И тут два железа. И тут два железа. Класс, ну я настрою фрегат. О, вот тут шесть. То есть надо подумать, может быть, вот прям на камень поставить все-таки город третий. А, вот еще у нас... Блин, сюда надо было становиться. Что-то я не подумал. Ну, пока мы два. То есть до Оксфорда... Ой, до Оксфорда какого? До Национального колледжа я буду двумя городами играть. И будем надеяться, что не будут появляться варвары. Так, этого сюда... Это вы сюда смотреть, что там вообще генерируется. Тут покупаем клеточку. Так, тут отправляем караванчик. И строим еще один. Че, как мне места? Не вот очень. Я пока не успел еще рассмотреть. Ну, второй город, видишь, вообще не очень такой. Ну, как там, есть люкс, но... Блин, тут не поставил на производство. Ну, дефово. Там одна клетка с одной стороны. Это мягко говоря, у тебя... Получается, три первых радиуса горы. Причем с разных сторон. Пойду у тебя сюда. Просто форпост какой-то. Я вот так лучше встану. Давайте еще можно да. Запереть Эфиопа, кстати. А, не, он попросит отойти, я отойду. Смысл? Ой, но столица не очень. Ну как она такая? Ну да, нету этих так, холмов. Так, что демография говорит? Первый по производству, это я молодец. Второй по еде, тоже неплохо, кстати. Так, что по науке? Второй, ну понятно, что первый Вавилон там будет идти. Так, ну я бы вот прям тут и постоял, на самом деле. Корейцы, все здесь. Как Катманду, кто тот лагерь не нравится? О, кстати, давайте всем защиту, собственно, пообещаем. Чё это я? Так. Я вот как нашел Зилу и Катманду мне нравится этот это лагерь, чьи? Да. Это эфиопские и хотят, там просто сочные. Хотят и банальщики. Стоунхендж. В холмах, в речках. Просто странно, что не заняты еще никем. Это тут далеко идти. Давайте мессенри откроем. Ну, это, по идее, Сиама территория. Он там самый ближний. Нет. Исключительно из любопытства. Ну, у тебя тоже, я посмотрю, такие луга. Надо покупать. Хлопок, апельсины. Решил меня отомстить. Кому-то там юнит убили, я слышу. Ну вот о чем я и говорил, блин. Ну, твою ж мать. Ну это вот постоянно в этой долбанной ЦИВе. Просто постоянно. Надо галеры строить. Сейчас просто еще одна галера будет. Он мне разграбит караван. Еще одна галера. Понятно, какая-то квадрирема тут у нас. Давайте квадриремы построим здесь и здесь. Просто трындец. Так, здесь купим клетку. Тоже обрабатывать будем. Да. Наверное, пойду этих оленей обработаю. Так, 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 тут все верно. Вот, смотрите. Ну, здесь появился хоть, блин. Такая жопа. С ручками.
Ладно, буду этого мочить. У шведа еще и справа места были соляные. Знаю, что ты тут такие города на меня ставишь, зачем? Алексей, интересно, у вас варвары распаунятся прямо около городов. Да, читы. Надо идти на помощь. Так, этот лечится стоит. А город недалеко от твоего столицы-то? Не бойся. Нескромный вопрос. Будет. Там еще промежуточный будет. Швед далеко от Кореи? Нет. Блин, ну как же так? Такой караванчик, такой территорий. Нет, ступор будет для развития на самом деле, блин. 12. Ну так и. Ну блин, знал же, что будет галера. Знал же. 9, 10. Кого там храм Артемиды построили? Я уже заждался, что-то долго не было. Так. Я думал, кто-то будет забирать, а я уже почти всех видел, смотрю, никто не строит, и такой, ну, почему бы и я. Да я вот тоже думаю, обычно там к 24-му. Так, надо с этим лагерем что-то делать. О, я не от... Блин. Опять же, ошибка шестой цивы, потому что там лагерь, сразу открываются лагеря. Блин. Ладно, я тогда вырублю пока лес, потому что в данном случае это ни на что не влияет. Возьму монархию, хотя плюс 5. Давайте монархию позже возьму. Иванянцами в армии упражняются, у кого больше. Один лидер, это второй. Мы просто агрессоры. Тут все города хотят, чтобы я этот лагерь разрушил. На этом пока все. Продолжение партии за Карфаген Sid Meier's Civilization 5 для подписчиков запланировано на завтра. Ну а спонсоры могут уже прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!